Всем привет, я Николай Соколов. В этом уроке мы с вами попробуем разобрать небольшой этюд на переменный штрих, на секстоль и на скачки, межструнные скачки. Значит, для этого мы с вами возьмем простые аккорды, разложим их с вами на некие такие обыгрыши и попробуем сыграть этот этюд. Значит, секстоль – это ритм, который состоит из шести нот, которые нужно уложить в одну четверть. То есть у нас один хлопок, расстояние от одного хлопка до другого хлопка. В это расстояние надо уложить шесть нот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Та-т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 а. Либо же, например, если вы не улавливаете размер метронома, то тогда лучше всего сыграть это под триольную пульсацию. То есть раз, два, три, раз, два, три. И, скорее всего, для вас это будет более приемлемо и более понятно. Поэтому в этом уроке мы с вами будем рассматривать триольную пульсацию. То есть, получается, мы с вами рассмотрим обычную сейчас модель триоли, то есть играем 100% переменный штрих вниз-вверх-вниз, вверх-вниз-вверх, вниз-вверх-вниз, вверх-вниз-вверх. Значит, почему триоль развивает? Ну, по крайней мере, у меня получается так, что когда я играю триоль, я чувствую определенный рост. Потому что, когда мы с вами играем просто переменный штрих вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-вверх, и это 16-е, или, например, там, когда речь идет о, там, скажем, каких-то рифах, там, многие начинают играть эти рифы именно переменным штрихом там, или еще каким-то. Ну, данный риф, он это Metallica Master of Puppets, то есть здесь лучше выиграть вообще на развитие одиночными ударами, то есть удары вниз, 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 вниз. То есть это будет более полезно для вас, нежели вы будете играть та-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 та. То есть маленечко разные цели преследуют, хотя можно и так играть. Итак, значит, рассмотрим с вами этот пример. Значит, мы играем здесь лады 5, 7, 9. Начинаем мы всегда с мизинца наш ход, потом на первый палец мы проходим. Каждый раз мы с вами пробуем выделять мизинец, независимо от того, на какую долю он попадает, на сильную или на слабую. Сильная доля у нас идет в метроном. Вторая доля у нас попадает в синкопированный ритм, то есть который находится между долями. То есть раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Так вот это и, это у нас и будет как раз синкопа. То есть у нас получается. Вот. И данный этюд мы будем с вами играть так, чтобы у нас была постоянно пульсация на мизинце. Затем мы с вами переходим на другую струну. И здесь играем 9, 7, 6. Ну, соответственно, 9, потом 6, 7. И другая фраза 9, 7, 6. Вот, сделаем ее также абсолютно. Так, следующая фразочка идет. То есть это мы сыграли. Дальше мы играем лады. На второй струне у нас получается 10, 9, 7. Потом мы делаем опять-таки же скачок на четвертую струну, играем лады 11, 9, 7. Тоже 4 раза. То есть вторая струна 4 раза сначала играется первый раз. И четвертая струна играется тоже 4 раза. Раз, два, три, четыре. Четвертая струна. Раз, два, три, четыре. Вот. Затем переходим на другую фразу. Третья фраза. Это получается на второй струне у нас 7, 5, 3. Тоже мы играем несколько раз. Затем переходим на четвертую струну. Это получается 7, 6, 4. 7, 6, 4, все правильно. И последняя фраза на третьей струне у нас идет. Это здесь мы играем 9, 7, 6. И уходим на пятую струну, сдвигаемся в другую позицию, играя здесь 11, 9, 7.
Еще разочек я повторюсь. Те лады, которые я говорю, мы их играем не по порядку, как я их произношу, а именно математической формулой такой. То есть сначала у нас идет мизинец, потом идет первый палец, потом какой-то из этих двух, безымянный или, или средний, потом снова мизинец, потом снова безымянный или средний палец, и приходим в первый палец. То есть на примере, например, если мы рассмотрим, скажем, первую фразу 3, 5, 7 лады на первой струне, то у нас получается так, что мы с вами сыграем... Если сказал 3, 5, 7, значит, я сыграю 3, 5, 7. То у нас получается, что не 3, 5, 7 мы играем, а играем 7, 3, 5, 7, 5, 3. Еще раз. 7, 3, 5, 7, 5, 3. Это формула на протяжении всего этюда. Значит, смотрите, первый раз рекомендую вам играть 4 раза вот этот ход на каждой струне. Раз, два, три, четыре. А потом переходим на четвертую струну. Затем переходим опять по 4 раза. Каждую фразу мы обыгрываем сами по 4 раза. То есть имеется в виду на каждой струне 4 раза. Потом то же самое делаем круг, только играем 2 раза каждую фразу. Сыграли 2 раза, перешли на четвертую струну. Затем на второй струне то же самое. Затем на второй струне, четвертой. И как только вы захотите закончить этюд, то есть вот прям все уже надоело вам его играть, то добавим с вами еще другую фразу. Эту фразу у нас будет вторая 5, 7, 9 и четвертая струна 6, 7, 9. И затем добавляем аккорд ля. Также я вам рекомендую играть эту фразочку под метроном, начиная, например, с темпа, скажем, допустим, возьмите темп 90, поставим темп 90, и в этом темпе попробуем сами сыграть эти тревольки. Раз, два, та-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Также вам желаю больших успехов в техническом творчестве и чтобы вы свою технику могли направить в правильное русло и могли также иметь определенный запас тех технических каких-то способностей, потому что это никому не помешало и не навредило еще. Всем пока!